Играйте советника, потом у кого меньше хп. Блин, ну нафиг играть в вихрь здесь. А чё, типа никто не хочет идти то, что минус? Ой, то, что не на фул пойдем. Ну да. Это можно к коле еще можно ворваться там. Что там на неломорте тоже неплохие шмотки падают. Жезл, все дела. Ну, вообще чисто теоретически тухлый пузом можно убить. Правильно, ну, можно теоретически убирать. Его кто-то убивал уже на сервере вот так? Десятки. Ну, в десятке, да, по скальере вряд ли. Что, в десятке тоже распространяется? Да. Ну, там полегче. А лут такой же, как и до скальера, да? Угу. Ну, та же шкатулка. Да, на кого хрена мы когда-то стадир пошли? Когда было два рейда в обычку, ну, веру создать в десятках. Тупо на духово. Ага. Ну, кикни первую, вторую, четвертую пати, пошли в десятку. Ну, можно. А чё четвертую? Четвертая там нормальная, чуваки. Ну, вот со второй и первой соберутся и пойдут в другую десятку. Ты сам в третий. А чё Олег не идёт? А я же сказал, что первую, хочет. Вторую, четвертую. Я знаю, что я в третий. Давайте все тут там бафы, давайте. Хорошая боишка. X5 цены тоже, наверное, 1000 за 4 продам. Чё значит X5 цены? Чё за... Ну сейчас же бомжей будет много, им всем боешки надо будет, цены взлетят. А, сейчас на сервере X5, в смысле? Угу. Положи, не понимаю, обезьяну бомжей не здесь на дроп X5 или на хонор, что-то я не понял, нихера. На опыт. А, на опыт. Так, давайте все тут вроде. Что-то по бафам чек на пол. Если завтра 25 обычка будет, и куча бомжей будет. А, сейчас если качаться с нуля, то идет X5, да? Да. Да, да, даже не с нуля. И сколько не это будет? На понедельника. Ну где-то в 5 раз быстрее. Нет, так, по времени Марак, будет их стрелять. Да. На понедельник. Так, ладно, лап. Давайте все тут. А, танки. Каску магам дайте, пожалуйста. Дайте каску магам, идите пулите. В центре только хилы, РДшники по кругу.
А вот если качать рогу, то какой лучше пойдет для него класс? Мульт. Наверное, понравился хотя бы. Это от фонаря, короче, ляпнул. Вообще в ШД классно, но только долго. Я слышал, норок или тролль. Наверное, тролль. А, раса? Не, он правильно сказал. Так мульт или комбат, если качаться? Комбат. Нет, и ОР. ОР, потому что в нем все. Говорит, мульт или ОР. Не знаю, Рохи в каче такое, а ну это просто. Послушай, выходите. А я хотел Рогу только когда Норбик покупал прокачку с другом, и там X12, типа, понял? И когда кто-то один качается, а второго нету, потом тот заходит, и тот ему может левела передавать. Ну, я качался, когда X5 было, там, Даня, вставай. Дайте, да, наверное, слабик. Ну, это на X15 или X10 или 12 получается с випкой, не помню. Ну, что-то мы, короче, чудили там. Но это все равно конченый класс. Согласен. Ну, в каче это вообще, блядь, это просто убийство. Да и в ПВЕ он, ну, настолько уебищный. У него вообще бурстов нет, если там элитку убить вообще сложно очень. А вот ШДшки, ну, приятно, короче, потому что, ну, ты типа такой, как ПВПшись. Много мобов ты сразу не убьешь, но интересно. Там откатился, раз можете раздать. Не надо. А да, не давайте, чтобы когда не было, без роста. У меня просто не то затмение прокнуло, под гнев, но как-то рост не очень. Так если рост, там же все равно звездным огнем бьешь. Ну так, понял, когда у тебя прок звездного огня крит побольше. Там и так криты сотни. 6.4 в духе не очень. Сейчас бы Гроха упадет. Наверное. Да. Пиздец. Там, молодцы, не пришли, что надо было, короче, не заходить и дальше. Ну, бомжи Славик. Так, покоритель. Блядь, какие для меня левитация. Типа все, да? Нет, там гниломорт еще. Я просто в тексты улетел с этой левитацией ебучей. Снял бы ее, полезать его. Да, блядь, не успел. Что-то никто не надумал пояс узы хладного духа за 10 забрать. Вот я его распыляю сейчас. Че за прикольный? Латы? Да. Так это говно. Вань, а ЕП будет? Да, будет. Там сбор второго уже. Сколько боссов убили, столько и было ТП. Там, ну ладно, без вайпов шли 2000, дам. Дайте шкаф там все на колени, тряси, проходите. Так, на сумму смоньте их, чтоб поражу. 4 приста, 2 охотника, 6. Паладин 7. Так, клёна 8. Клеймен 9. Почему клёна? Давай кинем роу. Войд, кидай роу. А, Варенька, у нас 3 приставили. Ну все, ты выиграл, иди в рейндж. А, у нас 3 приставили. Ну да, и Слава, и Виталик. Мне в рейде быть.
В самолете поди. Да, будь рейдить, что там, выйдешь сразу же. Ага. Дайте фулбал сразу. По коту. Каску, кулак. По паладину тоже фулбал. А, дайте фулбал, Фрэнк. Мне последнее время вообще не прет, я уже 150 гривен на покере просадил. Так, ну вроде если тут давайте чек на пол. Не, Варвак, ты под босса. Ну давайте, все готовы. Начинайте. Подожди, стой. Сука. Когда лужи будут выливаться, не стойте по 10 человек в одной куче. Давайте, рост. Хазарак, поставь тотем на природу. Может, хорошо поставим. А, хорошо. Да, если... Я поставлю. Две кнопки, глыбу. Кто там не вышел на ринжу? Наше дело не вышел на ринжу, то вот остальное. Стоят, хуй пойми как, блин, паровозик. Да, это мой косяк. Мараксус. Не, он не должен был. Галлик. Это что, эпохальный галлик? Вы эти все тела, они, то есть, стояли не в мегазоне, не в РДД, а между. Зачем вы БР потратили? Во-во, ну, зачем? Боролись, блин. Падать в допе тоже не будет, прослали, сами виноваты, уже будет 1800. Давайте, стали, бежим. Мы что тут первый раз в Ере. Теперь будем знать, что надо в центре стоять, кто не на ренже. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Подождите, не портуйтесь наверх. А ладно, портуйтесь, ладно. Потом сделаем рапать, попробуем. Ты когда у тебя уже уверенность какая-то появится? Чего ты гамлишь постоянно? Да не знаю, может, когда ты начнешь рэбить. Так я уже закончил, зачем мне опять начинать? Чего у меня уверенность появилась? А где ты живешь? О, Днепродзержинский. Где это? Украина. Ну это я догадался, блядь. Ну, под Днепром? Да, почти Днепр. Это как ехать с Днепра в сторону Запорожья, вниз спускаться? Да. Да. Ладно, давайте пока бежим, еще раз по ренжу пройдемся. Три приста, Гильдар, Клот, Аваренька. Два охотника, Халк, Лемура. Это пять человек. Протопал, шестой. Слава, седьмой. Клёна, восьмой. Ну и давай. Кто там третий, Клеймен, тоже девятым будешь на всякий случай. Тоже выйдешь, короче. Да не, не, ну пока бафаемся там, отойди пока. Да не буду я говорить, кто справа, кто слева, я почти покикаю, поменяю и разойдемся. Давайте все тут. Дайте фулл бафы. Что-то советует, сам постоянно говорит, я ебал рот вам объяснять. Ну давайте чек на пул. Сука, бежит прямо на мое место, бежит по-любому. А, не, нормально все. Что там,
Алена. Готов. Ламруа, Халк тут. Ну давайте все готовы, бека пуляй. Ну, он тут же выливается, перебегайте. Не стойте в куче. Шлепочка вонючка! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Давай, паладин, готовься, сейчас будет большой в центре через 2 секунды. Кальк, баба, молодец. Ты ж нам такой ник придумать, кал. Войт лучше, да? Войт кал, да, сочетание нормально. Один машу просто в сторонке где-то танчить и все, там не бегать по кругу, там захилиться. Давайте сейчас большой в мире зоне забираю паладина. Ну паладин, ну прям ты сел здесь у совы. Отличные новости, народ. На лапу наступил. Походу лап просит. Тучку ведь. Это не нормально. Да. Питок на себя повесь. С чем я шипа? Не тебе вообще. Там рядом ты. Умирай. Тучка на КД. ТК, забери большого на себя, чтоб взрыва не было. Все, уйдите, короче, к выходу. Я там один репати сделаю, попробую забрать. Надо кому-то на мой инспект. За 10 новых. Грудь на хила, надо кому-то на мой инспект. Новый спект.